Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в своей творческой студии Олиш Арт. Здесь мастерская, в которой я в основном провожу свое время. Я приглашаю вас присоединиться ко мне. Возможно, вы с удовольствием проведете со мной время за рукоделием. Я, например, обожаю такое времяпрепровождение наедине с творчеством. Ну, а если так копнуть глубже, то получается, что наедине с собой. Наверное, настали какие-то такие времена, а, возможно, это мой собственный уровень моего развития, когда я пришла, наконец, к выводу, что мне не скучно самой, что у меня достаточно богатый внутренний мир, и я могу проводить время то в одной его ипостаси, то в другой, и находить все новые и новые какие-нибудь интересные занятия, и даже не успеваю вот заняться всем, чем бы хотелось бы, потому что настолько всего еще интересного в моих каких-то проектах, что просто нет даже желания пройти прогуляться по красивой погоде. Естественно, я себе это позволяю, естественно, я это делаю, но правду вам скажу, что мне интереснее проводить время за творчеством. Творчество развивает, оно открывает какие-то новые грани самого себя. Вот это мне сейчас интересно. Мне есть куда пойти, у меня есть интересные места, где хотелось бы побывать, но я выбираю мастерскую. И если среди вас есть такие вот слегка сумасшедшие, как я приглашаю вас к себе. С удовольствием поделюсь с вами моим опытом, моими наработками. С удовольствием узнаю, чем же таким интересным вы занимаетесь, если вам так же, как и мне, интереснее оставаться в своей мастерской. Будем обмениваться опытом. А для желающих научиться валянию, которые никогда не пробовали это делать, я обязательно запишу мастер-класс, с чего можно начать, что нужно иметь для того, чтобы вот буквально прямо сейчас взять и свалять какую-нибудь интересную штучку, красивую, оригинальную, креативную, развивать этот вид творчества, расширять свой творческий потенциал, открывать грань за гранью каких-то еще видов искусства и рукоделия, к которым вы никогда еще не прикасались, как было со мной когда-то. Я вдруг начала одно за другим открывать для себя такие интересные виды занятий, как, например, создание кукол, рисование, декупаж очень меня захватил в свое время. Потом просто открытием для меня стала техника синель. Это невероятно потрясающая техника, которую я освоила и сделала парочку изделий, даже чуть больше изделий в этой технике, и с удовольствием пользуюсь ею, когда мне нужно декорировать какие-нибудь изделия. Я ее выбрала для себя. Таким же интересным открытием была для меня техника пицца, которая также великолепна и проста одновременно в своем исполнении. Я ее тоже для себя взяла как вид рукоделия, которым я постоянно где-нибудь пользуюсь. Естественно, я пользуюсь этим всем дозированно. Все это, когда я вижу, где это применить, я обязательно это применяю в моем арсенале. Все это уже есть. И, естественно, осваивая валяние, войлок,
я научилась сочетать разные материалы между собой, один за другим пытаясь применить в валянии. Очень много я использую всяких нитей, волокон, кружев, разных видов ткани, шелков, сеток. Все это мне очень нравится, и, естественно, я все это применяю. У меня уже есть целые залежи таких материалов, которые я целенаправленно собираю в своей мастерской, и каждый из них лежит и ждет своего часа. И когда мне приходит в голову какая-нибудь идея, у меня уже практически все под рукой для реализации этой идеи, потому что когда, например, я посещаю магазин швейный или рынок, я уже смотрю на ткани, на материалы, которые передо мной, как на средства, которые могу применить в валянии, в шитье. У каждого уже есть своя ниша, которую я пополняю периодически. Моя мастерская уже состоит из разнообразия всяческих материалов, которые я могу применить в том или ином полюбившемся мне виде рукоделия. Постепенно я вам все это расскажу, покажу, как работать с разными материалами. Есть у меня какие-то работы, на которых я могу показать ту или иную технику применения тех или других материалов. И вы увидите уже это, как выглядит на изделии. Это будет для вас своеобразными образцами. Не обязательно вам уже тогда будет делать образцы. Я вам на готовом изделии могу уже показать, как ведет себя тот или иной материал. Именно так мы познаем премудрости сочетания, соединения разных материалов в технике валяния. Так что милости прошу. В моей мастерской уже есть достаточно разных образцов в виде готовых изделий, на которых я могла бы вам показать, как ведут себя те или иные материалы, применяемые в валянии. Дорогие друзья, я вас благодарю за то, что вы были со мной, за то, что вы творческие, за ваше стремление к развитию своего собственного творческого потенциала. Я это очень люблю в людях и приветствую каждого человека, который раскрывает самого себя, становясь все более и более интересным и для других, и особенно, что важно, для самого себя. И на следующую нашу встречу с вами я предлагаю вам уже приготовить материалы для работы, чтобы вы вместе со мной уже смогли изготовить свое первое, для кого-то, может быть, это и не первое, валяное изделие. Изделие из войлока. Вещь, которой вы будете пользоваться с удовольствием, и я сама знаю, что это очень удобно. В общем, я предлагаю вам сделать небольшую сумочку-футляр для телефона на ремешочке. Это будет сумочка с двумя отделениями, где вы можете хранить свой телефон, который будет всегда под рукой, и, может быть, какие-нибудь небольшие деньги или проездной билет, или что там вам нужно, чтобы это было близко, не рыться где-то глубоко в сумочке, большой сумочке. Это может быть такая сумочка, которую можно и на плечо повесить, и на поясочек повязать, и, возможно, даже прикрепить к своей основной сумочке. Можно ее даже под пальто, под жакет. В общем, это ваша фантазия, как вы можете ее носить, как вы можете приспособить. Нам понадобится непосредственно наш основной материал – это шерсть. Вот она как выглядит. Шерсть специально для валяния, просто вычесанная
шерсть, которая не скрученная в нити для вязания, а вот именно вот такая шерсть, которая растягивается паутинкой для валяния. В данном случае у меня шерсть кофейного цвета. Вы можете выбрать любую, которая вам понравится. Я хочу сделать сумочку из коричневой шерсти кофейной и шелковой ткани. Она тоже кофейного цвета с принтом. Видите, вот такой вот принт у нее интересный. Должна быть ткань, которая продувается вот так вот. Вы в нее дуете, вы можете продуть сквозь эту ткань, и тогда точно вы будете знать, что ваши волокна шерсти смогут точно так же, как в воздух, проникнуть в эти вот отверстия, которые есть в ткани, в данном случае разреженный шелк, и тогда это гарантия того, что ваши волокна шерсти и шелка цепятся, сваляются, и вы получите качественное изделие. Вместо ткани вы можете воспользоваться, например, вискозными волокнами. Вискоза, вот смотрите, она такая же, так же волокна, как шерсти, только это вискоза. Вот она тоже в такой гребенной ленте продается. Вы можете спросить в магазине, в специализированном магазине для творчества продаются такие штучки. И в отделе для валяния. Возможно, там продаются тоже нити для вязания, но вам нужно именно для валяния. Можете там тоже найти вот такие шелковые платки, если вам повезет. И я вам тоже покажу, как с этим можно работать, справиться. Если у кого-то будут шелковые платки, я вам покажу, что делать с шелковыми платками. Итак, у нас три варианта на выбор. Шерсть – это всегда основа, это то, что остается неизменно в валянии, обязательное присутствие шерсти. И потом будет три варианта на выбор. Я лично буду делать с шелком, для этого мне понадобится виброшлифовальная машинка. Вот такая вот у меня есть. Вот секундочку, смотрите. Вот она таким образом будет у меня создавать вибрации, и мне будет легче привалять шелк к шерсти. Если же у вас нет виброшлифовальной машинки, вы будете работать только руками, я вам советую приготовить шерсть и волокна вискозы или, например, шелковые платочки. И тогда мы с вами тоже справимся с нашей задачей. У нас получится великолепное изделие. Дальше с материалами для нашего изделия я вам уже все рассказала. И теперь, что же нам понадобится для того, чтобы мы осуществили вот нашу задумку? Для того, чтобы изготовить изделие, нам понадобится, например, в данном случае у меня такая воздушно-пупырчатая пленка. Я из нее сделаю и шаблон для нашего изделия. Я вам потом расскажу, что это такое. И на ней мы будем валять. Я ею застелю стол. И потом мне еще понадобится немножечко такой же пленки, чтобы накрыть наше изделие, для того, чтобы мы могли при помощи вибраций и вот этого воздуха, который будет у нас между вот этими пузырчатыми, пупырчатыми воздушными пузырьками, у нас будет воздушное пространство, и благодаря этому у нас будет создаваться такая среда, при которой у нас будет сваливаться волокна шерсти с шелком, если мы их смочим водой и добавим туда мыльные пены. Я вам это покажу, это действительно для тех, кто никогда не пробовал этого делать, это просто волшебство какое-то, это невероятно, это такой интересный процесс. Так, и дальше, для того, чтобы мы
могли поливать водичкой наши заготовки, вот эту шерсть разложенную уже, нам понадобится какой-нибудь резервуарчик с водой, из которого будет выливаться водичка, брызгать. Если у вас нету, например, вот такой вот брызгалки, то вы можете воспользоваться обычной бутылкой, вот из-под молока бутылка, на которой я сделала, посмотрите, вот здесь, вот я сделала дырочки такие шилом. Я ею пользуюсь гораздо чаще, чем брызгалкой, мне вот ею удобнее. Потом нам понадобится обыкновенное мыло. Это может быть жидкое мыло, это может быть обычный кусочек мыла. Такого мыла, которое вам доступно, щадящее относится к вашим рукам. Например, мне очень нравится лавандовое мыло. Оно, кстати, защищает, лаванда защищает шерсть от моли. Поэтому я им чаще всего пользуюсь. Но можно пользоваться любым другим мылом. Еще я забыла вам сказать, что еще нам понадобится... Дай мне Плюша. Моя собака стащила у меня сетку. Собачка моя любимая. И лежала на ней. Вот. Я вам ее показываю. Сначала сетку покажу, а потом собачку покажу. Вот, значит, у меня такая сетка, которой мы будем пользоваться для того, чтобы накрыть нашу разложенную шерсть, зафиксировать ее, и потом побрызгать и притереть, чтобы волокна сцепились между собой и уже потом дальше продолжать работать. Сейчас покажу вам мою любимую собаку, которая лежала у меня на... Иди сюда, Плюша, иди, моя хорошая, иди. Иди сюда, я тебя покажу. Вот, вот она. Вот она, моя собака. Села у меня на мою сетку, потом полежала на ней. Ей нравится быть рядом со мной, когда я занимаюсь творчеством, работаю. Она любит лежать на каких-то моих вещах. Наверное, это ее тоже каким-то образом делает причастной к моему рукоделию. Да, Плюша? Да? Ты поэтому лежала на моей сетке? Ты моя лапочка. Ну вот. Собака, кстати, для вдохновения тоже очень хорошо в творчестве. Я обожаю ее. Итак, про сетку я вам уже сказала. И что у нас еще? Перчатки, которые нужно надевать на руки не только для того, чтобы защитить наши ручки от воздействия мыла, от пересыхания, не только для аккуратности, а еще и для того, чтобы наши руки не травмировали шерсть, не деформировали ее, а легко скользили по влажной шерсти, легко скользили, и в таком случае изделие будет получаться очень красивое, очень качественное. В общем, вот такие перчатки. Вы видите, какие они у меня? Они, вот я их выбрала для себя, они для меня самые удобные. Они должны скользить. Те перчатки, которые создают трение, они не подходят. Вот нужны такие, чтобы скользили. Ну и в то же время были прочными. Вот эти вот, они немножечко, я так думаю, с латексом, не целлофановые, потому что вначале я пробовала целлофановые, они быстро рвутся, они большие по объему. Вот те перчатки, которые часто вкладывают в краску для волос, например, пользуются в таких косметических салонах. А вот такие вот лучше всего перчаточки. Ну, кажется, теперь вы все знаете, как подготовиться к нашему первому мастер-классу. И я вас жду у себя на канале в следующий раз.
где мы с вами... Так, стоп. Знаете, про что я еще забыла сказать? Для того, чтобы изготовить ремешочек для нашей сумочки, футляра для телефона, нам еще понадобится шерстяная нитка. Шерстяная, достаточно прочная шерстяная нитка. Достаточно длинная, длиннее, чем вам нужен вот этот вот ремешочек, потому что шерсть садится. В общем, с небольшим запасом. Итак, теперь у вас уже есть перечень всего, что нам понадобится для мастер-класса. Я вас благодарю за то, что вы были со мной. И если вам понравилось то, о чем я здесь рассказывала, я вас с удовольствием буду ждать на следующем моем занятии по войлоку. Я для вас приготовлю мастер-класс, и мы с вами прекрасно проведем время за творчеством, с пользой и с осознанием, что мы шаг за шагом открываем свой творческий потенциал. Это так прекрасно быть творцом. Творцом своей реальности. Это так прекрасно воплощать свои мечты в реальность. А валяние воочию демонстрирует вот эту связь нашей фантазии и воплощения нашей фантазии, потому что происходит какая-то такая вот материализация прямо у нас на глазах. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно, чтобы я видела, что вас интересует мое творчество. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои видео. Всего вам доброго. До следующей встречи в студии Олиш Арт.